А сейчас переходим к другим темам. Кадровый голод в больницах Ростовского района. Не хватает 24 врачей разных специальностей, от терапевтов до онкологов. Чтобы попасть на прием к последнему или, например, к кардиологу, людям приходится ездить в Ярославль. Даже новое здание поликлиники и современное оборудование не привлекают молодых специалистов. Главврач Ростовской районной больницы обратилась за помощью к председателю областной думы Алексею Константинову. Решить проблему поможет вхождение в программу «Земский доктор». Хотелось бы, чтобы в Ростов пришли молодые кадры. А идут они всегда зачем-то, идут за миллионом. Им, конечно, нравится и новая поликлиника, и новое оборудование, и дружный наш коллектив, но все равно нужна и материальная какая-то стимуляция, чтобы им купить квартиру, чтобы как-то улучшить свои жилищные условия. С включением в программу председатель Ярославской областной думы пообещал помочь. Также и с решением других вопросов. Еженедельный личный прием граждан прошел в Ростове. Обсудили ситуацию с Народным театром в селе Угодище. Инициативная жительница попросила новый экран для проектора. Пока приходится обходиться обычной белой тканью. Проблему пообещали решить в ближайшее время. А некоторые вопросы уладили в течение дня. Житель города Ростова обратилась с просьбой оказать содействие приведение двора в порядок. Вызывает опасения два старых дерева, которые там растут, которые уже находятся практически в том состоянии, когда может нанести вред и ущерб здоровью и зданию, и людям, проживающим там.